посылает сигналы во все страны Азии, Африки, Латинской Америки. Не принимайте российские делегации. Осуждайте. Присоединяйтесь к санкциям. Подавляющее большинство стран себя уважают, поэтому даже маленькие государства, 1,5–2 миллиона человек населения в той же Африке, они говорят: да вы извините, у нас есть планы сотрудничать с Россией, мы их принимаем у себя, к ним ездим. И за это им грозят наказания. Ведь американцы, они чем знамениты? Когда они что-то тебе предлагают, то, что они от тебя хотят, то они взамен не обещают дать что-то тебе. Они говорят: сделай так, а то мы тебя накажем. Это высота, я считаю, вершина прагматизма, ну и цинизма, конечно же.